наша барань, как ее делать? Моя рекомендация. Когда вы начинаете, образно говоря, заводиться с противником, заводитесь, он думает, что сделать, вы думаете, что сделать. Бывает такое, тормоз в башке. Вы ни на что не реагируете и вот так начинаете заводиться. Надо выискать момент, выждать момент, когда вы, например, его повели сюда. Его повели, передняя нога пошла его сюда. Я начал наверху. Очень легко подбивается. Безо всяких проблем. Проходит на раз-два. Вот выходите там, чтобы делать что там. Он еще не знает, что ты не знаешь. Вот. И выждали момент, когда его нога пошла, еще она еще в воздухе. Почему она называется барань? Потому что она еще в воздухе. Вот, идем, ходим. Я выжидаю. Пошла нога. И раз. Вышиб ее, положил его. Все. Он лежит. Бывает такой момент. Дальше барань делаешь, противник не поддается. Вы неправильно уловили момент. Не получился бросок. Но получилось вот так вот нога, бывает, вот частенько так бывает, вот, вот так, частенько бывает, вы ее подцепили и вот так вы держите. Вот в таком положении находитесь, у всех было такое. Вот из этого положения можно очень сделать Тани Атоши, не дожидаясь меня сразу же. Поднимаешь другую ногу, делаешь его Тани Атоши, переходишь. Немножко зависли, он вам не дает вас кинуть, вы не можете его кинуть. Как говорится, низы не могут, верхи не хотят. Вот держите. И резко очень надо подбить ногу. Поменять ногу очень резко надо. И бросить его, поставить ногу туда и бросить его. Тоже проходит. Если бы не проходил, не говорил, все из практики. Дорогие друзья. Всем пока, до скорых встреч.